Я ищу капитана Лео. Капитально облажался, раз послали к Лео. Ты хоть знаешь, зачем ты здесь? Да, я нарушил субординацию. Харп, он не такой, как другие. Так вы... Твой командующий. Даю 60 секунд это переварить. Да, сэр. Супер. Вы что, искусственный интеллект? Болван ИИ. А я прототип. Мое создание засекречено. Один я не справлюсь. Мне нужен тот, кто умеет мыслить нестандартно. Вот для этого ты и нужен. Я выбрал тебя. Есть ее фотография. Зачем я вообще на это отвечаю? Эй, все по-честному, щегол. Красотка, мои поздравления. Спасибо. Эй, моему медвежонку? А, ты мой медвежонок. Давай, расскажи, что знаешь. Что принял? Ему можно доверять. Это и есть твои информаторы? Слушай, я боевая единица, но я чувствую больше, чем ты думаешь. Ничего не получится, пока за мной следят. Следящее устройство в спине? Порой нужно замараться, чтобы добиться изменений. Добро пожаловать на войну. Я не спец, но, по-моему, такие дела не входят в компетенцию искусственных людей. Ты должен доверять мне, Харп. Ответишь, зачем тебе столько власти? Добрый союзник в тяжелые времена. Я также способен нарушить правила в определенных обстоятельствах, как и... Что произошло, Харп? Я извлек из него трекер. Как извлек? Если ваше оружие обратится против вас же, то мне-то какое до этого дело? Даже интересно, сколько ты тут протянешь в одиночку. Зачем я вообще тебе понадобился? Сможешь доверять мне.